Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем с вами проходить пятую цивилизацию. В прошлой серии мы захватили Малакку, и теперь у нас строители пытаются проделать до нее дорогу, чтобы ввести жемчуг в нашу державу. Это, может быть, добавит даже нам довольство. Также гуляли тут немцы. Прям много немцев гуляло. Надо где-то делать, а именно в Москве, наверное, будем делать поселенца. Сейчас посмотрим, как это скажется на нашей науке и исследованиях, если я в Москве изменю с науки на поселенцев. Так, поселенцы. 8 ходов. Перехода, в принципе, не изменилось, да? Так, вы дорогу строите или нет? Тут я не пойму. Вроде были здесь, убежали все. Никуда убегать не надо, надо дорогу строить. Так, тут караван у нас можно сюда проложить, но выгоды нам от этого особо не будет. Занзибар. Давай в Тир. Тут недалеко. Так, кто у нас убежал? Вот вы убежали. Давай вот сюда. И вы убежали, давай вот сюда. А вы тут недалеко, давай сюда. Вы дорогу. Ну ладно, давайте, поехали. Почему сама Малакка не удосужилась? А, ну хотя города-государства не строят, по-моему, дороги даже. Очень жаль, что в мире есть правители, которым доставляют удовольствие задирать слабых. Вы согласны с этим? Однажды вы за это заплатите. Я тебе это обещаю. Ха-ха-ха-ха. Так. Мне просто нужен был выход к морю, поэтому так все получилось. Так что не надо на меня тут наговаривать, что я злодей. Кстати, суд довольно-таки быстро построится. Что у нас есть? Железо, железо, торговый пост, торговый пост. Так, эти достроили лагерь. Давай сюда куда-нибудь вернись для начала. Так, в Оренбурге. Опять же, по довольству у нас все хорошо стало. Давай науку. В Ростове. В Ростове, наверное, караван. У нас 3 каравана из 5. Давай сюда. Убрать дорогу. Тут уже есть дорога. А здесь? Здесь есть дорога. И здесь есть дорога. Да вы серьезно? Давай сюда тогда. Ты тогда мне тут не нужен. Так, дорога у нас будет прямо, как я понимаю, и все будет отличненько у нас. Заодно тут построим добывальческую вот эту самую штуку, как называется. Ну, лодка, где добывают рыбу, в общем, вы поняли. Так, в Смоленске библиотека готова, это хорошо.
Дальше мы что делаем? Дальше рынок у нас идет, видимо. Так, вы уходите. А, нет, хотя вы не уходите. А нет, вы уходите. Блин, я уже запутался. Кто должен уйти, кто не должен. Сколько вам ходов еще здесь копать? 4. Из плохой металлургия. Стали. Не выковать хорошего клинка. Арсенал. Красный форт. Повышает на 25 эффективность оборонительных сооружений во всех городах. Это здорово. Я прям честно это скажу. Так, вы на автомате. Три-два хода осталось. Тут тоже два. Так. Тут поля стругают. Тут дорогу сделай. Так, водяная мельница, производство, обслуживание 2. Тут по-хорошему нужен замок. Пища. Ну давайте пищу дадим. Если у вас с едой так проблемно все. Так, немцы не думают пока нападать на нас. А вы тут что делаете? Рудник. Ну, делайте. Так, замок готово, это хорошо. Зоопарк. Нет, на довольство 3. Ветряная мельница. Арсенал, сад. Конюшня. А тут у нас что, клетки? С овцами. Ну, многого это не даст. Давайте зоопарк, пусть будут все довольные. Так, суд построился, это хорошо. И сразу стало больше довольных. Стены, естественно, первым делом. И сейчас у нас будет готов. В принципе, много проектов будет готово, по-моему, за раз. Раз, два. А, через два. Ну ладно. Так, тебе вопрос такой. Давай сюда беги. В Питере. Конюшня. А у нас что-то есть лошади или овцы? Что-то я никого не вижу. Красный форт, но это, блин, это чудо света. Давай, арсенал. Так, в Москве. Давайте ветряную мельницу, наверное, да? Чтобы у нас побыстрее все это дело делалось. И сейчас надо решить с финансами вопрос. И в принципе все. Можно будет разговаривать с Германией по поводу войны с ними.
Так, арсенал, монумент, оружейная. Караван давай. 7 ходов, по-быстрому справишься. Я надеюсь. Только караван сейчас решит нашу проблему с деньгами, видимо. Нет, мы не будем сотрудничать с вами, извините. Фига себе, вас тут как тараканов. Собралось. Так, караван. Квебек, по-моему, да? Берлин. Науку будут вывозить. Давайте Квебек. Давай пойдем прогуляемся. Где-то вот здесь только строить, но здесь опять же не будет ни реки, ничего. Как-то вот фиг знает. Фиговенькая эта затея, мне кажется. Где-нибудь здесь, даже вот здесь, да, и такой жесткий шахтерский город сделать, попробовать акведук сюда провести, в принципе, будет не проблема, я думаю. Нет, мы не будем сотрудничать, вы не хотели. А нарезные стволы я не хочу никому просто так давать. Кстати, мы еще не можем ничего улучшить. Нет, не можем. Так, так, так. В принципе, вот здесь город. Мы и основим. Довольство опять упадет. Но зато границы наши будут осудили. Да это вы заплатите за это. Вот я же никого не осуждаю, время не трачу. Вы теряете золото, да это ежу понятно. Красноярск тут будет. Так, в Красноярске мы делаем амбар, естественно. Тут у нас готов караван, насколько я помню, да? Голес. Давай мельницу, ладно. Тебя мы отправляем в Тир. Минус 8. Тебя мы отправляем в Занзибар. Бег далековато, конечно. И в Занзибар поближе. Минус 2 золота стало. Сахар за деньги. Такое себе удовольствие. Сахар за деньги. Давай не сахар, давайте вина дам. Вот молодец. Сахара у меня пока у самого немного.
Да, в принципе, его больше и не будет. Принять посольство, принять посольство. Давай. А мы живем там, где нам нравится. Отстань. Разговорился он. Нефиг было тут гулять. Не гулял бы, я бы здесь не жил. Так, в Владивостоке у нас нет отряда, надо туда перетянуть. Перетянуть откуда? А вот отсюда. Так, достроили дорогу, да? Да, достроили. Все, иди. Отдыхай. Так, давай ты сюда перейдешь. Тут у нас рынок. Угу. И опять же стоит выбор. Зоопарк. Давайте зоопарк. Довольство 2, минус идет. С золотом, я думаю, попроще будет разобраться. Чудо природы. Мы его открывали, по-моему. Так, Гамбург, Квебек, Тир. Давай в Тир. Во Владивостоке рынок готов, это хорошо. Рынок, рынок. Зоопарк давай. Тут у нас караван построился, отлично. Арсенал. Так, Германию, Австрия осуждает. Это хорошо для нас. Укрепись, пожалуйста. Три хода и надо амбар строить. Город совершенно не развивается из-за этого. Либо клетки покупать, но денег пока нет. И клетки вряд ли сюда смогу я купить. Так, у этих тут как дела? Вроде перестали воевать, да? А эти здесь их поджали. А, прикольно. Развивается все. Сейчас нам главное самое, чтобы деньги были на нарезные стволы. И, в принципе, можно будет с Германией что-нибудь делать. Ну, вы поняли, про что я, про то, что нападать там, да? Так, стены готовы. Давай, давай, давай. А что давай, я даже не знаю. Тебе еда нужна, по идее. Гавань. Давай, гавань. Тоже будешь деньги приводить. В казну. Так, жандармерия готова. Давай сад. Садов я
кстати, много где не построил. Валета объявляет войну Рамхангу. Ну, Рамкамхенгу, вот, выговорил. То есть в мире что-то творится интересное происходит. Это мы тут только не участвуем. Вот Эссен, мне интересен из-за китов. Бананы вот эти мне нафиг не нужны. Этот был интересен из-за жемчуга и из-за выхода в море. Дорога у нас будет прорисовываться или нет? Потихонечку прорисовывается. Текстурки как-то странно подгружаются. Грузовой корабль. Австрия, да? С нами тут торгует. Австрия у нас где-то вот здесь. Да, вот здесь. Чё с текстурками? По поводу дороги. О, давай еще пошевелим. Ну ладно, дорисуется. Уже проще, уже виднее. Так, тут Германия с нами торговать начала, да? Насколько я понимаю. Тут пока ничего интересного не происходит. Так. Один ход. Дорогу вот тут я еще хотел. Либо вот так, но... Пока наши строители улучшают все, что можно улучшить. А что нельзя улучшить. Пытаются что-нибудь с ним сделать и опять же улучшают, да? Так, Вавилон. Давай, чтобы рос Вавилон. В Москве арсенал. Это нам несложно сделать. Тут у нас наконец-то замок достроится в Екатеринбурге. Так, хорошо. Замок есть, да, для защиты все есть по-хорошему. Что тут надо еще? Ну давай мастерскую. Давай ты мне слоновую кость, я тебе сахар. Золото, жемчуг. Но... Нет, так не пойдет. Давай сахар, вино. Ну, тогда нет. С тобой бесполезно разговаривать. Я пытался несколько раз. О, дорога прогрузилась наконец-то. Не знаю, почему так долго дороги именно в этой части цивилизации прогружаются. Болеют дороги. У нас каменоломня. Нифига себе. Я и забыл про нее, что она тут есть у нас. Поехали дальше. Тут торговый пост, да, строят? Вроде, да. Эти сейчас тут должны убежать. Сахар на лошади. Да нафига мне твои лошади?
Давай мне денег 10 тогда, и все, и по рукам 7 за сахар. Давай. Я тебе лошадей. Давай, ладно. Главное, чтобы деньги пошли. А, кстати, Костю он кому-то уже скинул, как я понял. Благовоние Красноярское, о господи. Вы серьезно? К вам дороги даже еще нет. А вы про благовоние, блин. Задвигаете. Краден секрет банковского дела в Москве. Сволота. Паленки. Давай-ка в Вену тебя отправим. Вот так вот. Как дипломат. Хотя нет. Движение в Вену, да, но не как дипломат. Можем переквалифицировать его там, но тогда ладно, сойдет. Тир Занзибар. Публично осуждают. Но пока мы Красноярск не укрепим. Так, вот вы-то мне были и нужны. Красноярск пока не укрепим, мы не будем воевать. Я думаю. Потому что это слишком дорого для нас обойдется в итогом. В итоговом счете, я имею в виду. Так, не интересует. Я даже не знаю, где он. Саравий, чувак, воевать нам предлагал. Так, как насчет тебя? Если сделать ход конем, вот так вот, там дорогу проложим и все. Чтобы отсюда не тянуть дорогу. Однажды вы заплатите. Так, в Берлин. Не, давай в Квебек. Не будем мы помогать развиваться им тоже. Так, ну, больше ничего не остается, кроме как зоопарк. Мария Терезия завершает создание запретного города. О, опять нарисовались. Поплыли куда-то красавцы. Так, Тир Занзибар. Давай в Занзибар. Тут у нас рынок. Каменная мастерская, давай.
ты строй дорогу. Да просто дорогу копай. Восемь ходов. Довольно-таки долго. И через 8 ходов у нас гавань построится в Малакии наконец-то. Так, следующий ход. Поехали дальше потихоньку. Тут нам ничего не интересно. Поехали дальше сразу же. Времени не теряем. Мы уже практически изучили нарезные стволы. А это не может не радовать, естественно. Так как после изучения нарезных стволов, я думаю, что Германия должна будет пасть. Лагерь варваров. О, господи. Вы издеваетесь? Откуда он там взялся? Такое время. На всякий случай, кстати, и тебя сюда подведем. Вдруг что-нибудь тут отхлобучат они. Да, тебя надо туда подвезти. Они тюрему сделали. Ну, хоть какая-то мне веселуха. Хоть повоевать есть с кем. Ходы все затягиваются и затягиваются. Заметили, что больше ходов делает каждая цивилизация, ну, передвижений, заход. Постепенно все медленнее и медленнее. Сейчас нам надо будет прямо упереться вплотную в деньги через 4 хода. Ну, в принципе, строят потихоньку торговые посты. Давай вот так. И следующий ход. Блин, и мы с винтовками пришли, у вас тут пики. И так мало энергии отняли. Смешно просто. Давай. О, неплохо. Прям вдал по ним. Отлично, плюс повышение еще получил. Вообще молодец, красавчик. Пизанская башня, Красный форт. Красный форт, конечно, блин, да, можно построить, но... Но сначала ветряную мельницу, пожалуйста. Так, да вы заплатите за это. Осуждают, осуждают, осуждают все. Смысл от этого.
смысла от этого ноль. Так, давай обратно в Москву возвращайся. У тебя повышение, да? А, у тебя повышение. Давай так пойдем. Так, ну ты давай вот сюда. Надо расстрелять их здесь по-быстрому. Ты в тир. Так, вот сейчас самое интересное. Тирема. Вот не то. Рабочие поселенцы. Рабочая лодка. Вот это нам надо. Так, и вот сейчас свершится наконец-то. Буквально через ход. Исследуются нарезные стволы. Чего я так долго ждал. Посмотрим, сколько будет стоить улучшение одного юнита. Чтобы нам рассчитать маленечко. Хорошо, что война так ужасна. Иначе мы и любили бы ее слишком сильно. Так, время мы вошли в новую эпоху. Это все очень замечательно. И превосходно. Но, есть одно но. Так. Стрелки. Оружейную давай. Куда мы пойдем дальше развиваться? Астрономия. Пересекать океаны, это понятно. Обсерватория, наука плюс 50. Акустика, это не то маленечко. Индустриализация, это фабрика. Вот это вот, кстати, важно. Но сначала мы откроем астрономию с вами. Я думаю, это будет тоже очень важно в будущем. Так, культура, да культура нам не нужна. Давай острог по-быстрому. Эти варваров не добили, к сожалению. Астрология, 15 ходов, это прям по-быстрому пролетит. Мы с вами даже не заметим это исследование. А вот дальше уже будет посерьезнее все. Кстати, смотрите, вот рабочие все стали в другом виде. Тоже, ну, что-то потихонечку меняется. Так, дорогу. Тут что мы делаем? Мы тут делаем арсенал явно. И на этом заканчиваем с вами данную серию. Спасибо, что посмотрели до этого момента. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Поставьте свой большой палец вверх, если вам понравилось это видео. И, конечно же, если у вас есть какие-то советы по игре, то подсказывайте, комментируйте. Я всегда открыт к общению. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!